22 июня 1941 года – одна из самых трагичных дат в истории России. День памяти и скорби. Не забывайте о войне, своим потомкам передайте. Как гибли прадеды в войне, вы подвиг предков не предайте. Не забывайте обелиски на месте подвигов былых. Пускай война уже не близко, вы все же помните. Не забывайте в праздный час о тех, кто на войне остался. Гордитесь теми, кто за вас в последний смертный бой поднялся. Не забывайте никогда заплаченную ими цену. Храните в памяти тогда, не обесцените победу. Пусть шепчут в спину вам враги. Забудьте след былых времен. Но прошлый опыт говорит, забыл победу, побежден. Не забывайте о войне. Держите флаг победы выше. Наказывает жизнь вдвойне. Победу и беду забывших.